Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой поиграем в игру Manor Lord, или как-то так называется, в общем, как она называется, Лорд Поместья, или как-то так. Вот, игрушка вышла в ранний доступ, ну как, это типа релиз, но на самом деле это еще ранний доступ у игры вообще получается. То есть здесь много, я как понимаю, чего еще нету, чтобы, наверное, хотел разработчик, все равно надо будет допиливать. В общем, ну игра как бы вышла в релиз. Вот, игру разрабатывает один разработчик, насколько я знаю, то, что я слышал. И игрушка, градостроительный симулятор. Вот, я качал бету, немножко на нее посмотрел, буквально там полчасика. Вот, ну такая игрушка, она, знаете, она такая лайтовенькая. Вот по сравнению с той игрой, которую я сейчас прохожу на канале, то есть жизнь феодала, да, деревня в лесу, я прохожу там, там вот хардкор, да, там надо думать, там надо, не дай бог, тебе там перенаселение, там, не дай бог, там еда, вода и так далее. Эта игра противоположна. Здесь, наоборот, как я понимаю, больше для расслабона игра, для любителей построить красивые деревни и так далее, и так далее. То есть здесь такого, как такового хардкора, я как понимаю, здесь нету. Кстати, загрузки есть какие-то? Нет, загрузок нету. Вот. Поиграем немножечко, построим свою деревню, немножко поразбираемся, не знаю, может зайдет, может не зайдет. Меня смущает здесь одна вещь, то что здесь у нас есть, ребят, битвы есть, здесь нужно драться будет. Портрет, мне наплевать, какой портрет, будем вот этого, давайте вот это, прям вылет и я, нет, не я, я знаете на кого больше похож? Из этих всех я больше похож на, да я ни на кого не похож, я похож на них. Вот это, зажравшийся блогер, понимаете, у которого имя менять ничего не будем, здесь печка с дыркой. Ну, знаете, на что похоже? Я не буду говорить, на что похоже. Будет у нас герб, знаете, какой? Герб у нас будет... Сразу намек, да, какое у нас будет поселение, ребят? Намек сразу, как бы. Можно, кстати, петушиной сделать, петушиный поселок, ребят. Давайте улитку, ребят. Наш герб улитка на зеленом фоне. Великолепно. Можно сделать на зеленом фоне улитка. Вот такая, типа, такая божественная зеленая, ребят, улитка. Все, поехали. Никакие гербы я здесь создавать не буду. Подготовка к игре. Шаблон сценария. Путь к процветанию. Да будет мир. А что это, на грани? Система строительства под управлением ИИ находится на стадии доработки. А, под управлением ИИ. Случаем здесь не так будет, что на одной карте ты тоже сможешь с ИИ участвовать. Конечная цель — доминирование, устранить всех других лордов, присвоить себе их земли. Противники за пределами карты присутствуют. Добавляет компьютерного противника за пределами карты. Он контролирует два региона и проводит свою армию на основную карту, если бросить ему вызов. Противники за пределами карты отсутствуют. Присутствуют. А я не хочу, чтобы за пределами картами кто-то был. Я хочу, чтобы были на карте. Компьютерные соперники. Требуется доработка. Короче, как я понимаю, здесь на карте, да. Я сейчас сам себе еще тут объясняю. Короче, на карте, получается, карта есть. Мы там будем развиваться. И на карте могут быть компьютерные соперники. То есть они тоже будут параллельно развиваться. Но это все еще в доработке находится. Они тоже будут развиваться. То есть у вас некая... Ну, это, кстати говоря, не особо интересно. Я хотел просто в градостроительный симулятор поиграть, а не в какую-то стратегию, кто быстрее разовьется. Частота набега. Давайте частоту набега никаких. Без произвольных набегов. Я хочу просто поразвиваться. Начальный лагерь разбойников 1. Весна. Я хочу просто поразвиваться. То есть, знаете, игра вот сейчас в моих глазах. Я играю первый раз, ребята, про игру вообще ничего не знаю. Игра в моих глазах сейчас опускается из градостроительного симулятора в какую-то военную стратегию. Потому что какие-то эти, как его... то есть, какие-то набеги. Средний уровень, частые набеги. Никаких набегов. Число спокойных лет. Типа первые два года будут спокойные, да? А я не хочу никаких набегов. Дайте я просто поиграю. Необремененный, стандартный, высокий. Шаблон сложности. Необремененный. Стандартный. Число набегов среднее. Никаких. Дайте я просто, да, посмотрю, сдержанное поведение, да, нет, хочу. Путь процветания, преамбула, спокойное, ага, условие победы. Вам нужно довести свое поселение до уровня большой город, после этого вы при желании сможете продолжить игру в бесконечном режиме. Ага, как я только до города, до большого города дойду, в бесконечный режим иду. Да будет мир, захватить все регионы.
Когда будет готово, бросьте вызов барону и отбейте у него северные территории на грани. Вам нужно отбить все атаки и довести свое поселение до уровня большого города. Давайте путь к процветанию. А, путь к процветанию — это просто развиваемся. Да будет мир. Ну да, будет мир, давай, я не знаю. Что-то какая-то уже не градостроительный симулятор получается, а какой-то военные походы. Я просто думал, на самом деле я про игру ничего, ребят, не знаю, честно скажу. Я думал, просто будет градостроительный симулятор. Мы просто будем строиться, развиваться, а здесь какие-то военные кампании, надо что-то воевать. А где FPS? Ага. Так, новая... А можешь как-то на паузу поставить? Да, можно на паузу поставить. Так, что у нас здесь? Вот так вот отодвигаем, да, получается. Здесь показано, кому принадлежат какие регионы. Вы можете объявить... предъявить притязание на другие земли, когда накопите достаточно очков влияния. А, все понятно. А, здесь вот кто-то другой, да, я как понимаю? Или это мое? Подождите. Это мое или что? Так, а где я? Дикие звери. Подожди, а где мое это? Подождите. Мое поселение, вот здесь. Я, то есть, посередине, да, красное — это мое. А вот это желтое — это что-то другое, да, это кому-то другому принадлежит поселение. Типа разработчики хотели сделать так, чтобы здесь тоже кто-то строился, то есть искусственный интеллект здесь тоже будет строиться, развиваться, видимо. То есть вот это все надо развивать. Ну, блин, да. Я вообще думал, это другая стратегия, на самом деле. Это регион контролируете вы. А этот кто? То есть надо сначала развиться, а потом якобы регион, да, захватывать. Угу. Так, что по управлению? Так, новое сообщение, давайте посмотрим. Сначала стройте и расширяйте свой город, улучшайте свою усадьбу. А когда соберетесь силами, предъявите претензии на регионы, принадлежащие соседям. После того, как претензии будут предъявлены, готовьтесь к сражениям. То есть сначала набрать силы, а потом сражаться, да? Я объединю все эти земли, поставлю их под свое начало. Игра поставлена на паузу. Так, Семьям в Manor Lords требуется еда, топливо и крыша над головой. На расположение выше панели с информацией припас у вас осталось. Да, я понял. Это я немножко видел. Так, бездомных. У нас много бездомных. Вот они все тут бездомные. Графон, типа, графон. Многие хвалят игру за графон, типа. Но, как по мне, в таких стратегиях графон — это вообще на самом деле не важен. В играх таких нужна атмосфера. И вам пример, к примеру, есть игра, забыл, как называется, ребят... RimWorld, по-моему. RimWorld, по-моему, она так называется. Вот там графона вообще никакого нету. И при этом люди... Там фанатов миллионы, миллионы у них фанатов. Залежи железа, богатое железо. Так, что здесь? Железо камня? Железо. Месторождение глины. Так, там у нас что? Еда, кусты, сезон, посезонка. Дикие звери. Здесь вот дикие звери, да? Где они, дикие звери? Непонятно. Так, в общем, что нам надо, получается? Нам нужно... тут дорога у нас идет. Тут все замечательно. Тут у нас сейчас будем строиться. Так, нам нужно что? Дороги есть, строительство, армия и прочее. Армия что? Создать новый отряд. Нет, ничего создавать не будем. Так, у каждого региона есть свои преимущества и недостатки. Прежде чем менять путь развития своего поселения, посмотрите, какие источники ресурсов доступны в этом месте и как обстоят дела с плодородностью почвы. Из плодородность оставляет желать лучшего, имеет смысл поскорее наладить торговые связи. Все хорошо. Ладно. Разметка. Без разметки. Грунтовые воды. Плодородность при засеивании пшеницы, при засеивании льном, ячмена, рожь. Запах. Требуется доработка. Запах? В смысле? Жароопасность. Требуется доработка. Это типа требуется доработка, значит, еще не реализовано в этой игре. Запахи и какие-то пожароопасности. То есть здесь может быть пожароопасность, запахи. Какие-то неприятные. Какие здесь могут быть неприятные запахи, непонятно. Так, что у нас по этим? Так, древесина. У нас 16 древесины, ребят. Нам надо сразу кого-то поставить на собирательство именно дровосеки. Работники влияют на то, что заготавливают древесину. Да, нам надо сразу, ребят, древесину. Сразу нужно строить. Постройка. Вы знаете, многие игру это хвалят за именно того, как здесь происходит постройка. Постройка здесь происходит интересным образом. Можно где-нибудь, наверное... А может, я говорю, вот здесь прям построить, а чё нам? Чё нам, да? Постройка, так, повернуть. Ага, подожди, как тут поворачивается хреново.
Ну, давайте вот здесь где-нибудь. Незанятые семьи автоматически будут привлечены к строительству. Ага, я понял. Ладно, поехали. Для перевозки древесин требуются валы. Житель сам ходит за валом, когда будет нужно. Я понял. Так, вол там у нас один есть. Так, мы строим с тобой эту, так, хорошо. Потом что? Дом дровосека. На дрова, да? Нам нужна что? Еда. Сразу еда, наверное, нам нужна, ребят. Лагерь охотника. Диких зверей убивает и добывает мясо и шкуры. А дикие звери у нас вот здесь вот, да? А тут далековато, кстати. А он туда будет ходить? Что-то далековато, нет, вам не кажется? Так, понятно, подождите, пока это нет. Хижина-собиратель, давайте построим хижину-собирателя. Пускай вот здесь будет дед хижина-собирателя. Вот, пускай там будет хижина-собирателя, пускай работают. Так, нам нужны дома, да? Сейчас дровосека сделаем. Быстренько перематываем. Игра сохранена, спасибо. Быстренько домик дровосека сделаем. Угу. И сюда отправим дровосека сразу. Потому что из дров нужно делать все, что есть. Чтобы начать производство, да, закрепите. Я закрепил, я молодец. Чё? Подождите. В отличие от работников, назначение, которым нужно выдавать вручную, рабочий скот считается общим для всех предприятий. Однако вы можете закрепить животное за тем или иным рабочим местом, воспользовавшись вкладкой «Дополнительно». Только стоит, как меня скрывало в свободном, если планируешь что-то строить. Я понял. Так, нам чё, дом надо, да? Хозяйство, первый уровень. Обеспечивать же жильем одну семью после улучшения двух. А, да, знаю, при как строить, я немножко играл в эту. А, кстати, знаете, что надо сразу, ребят? Колодец. Где у нас вода проходит? А у нас где вода проходит? А воды нету, что ли? Я просто играл, когда в демо-версию, тут была вода. Ну, типа реки. Внимание, если у вас кончится древесин, больше ничего построить нельзя. Перед тем, как возводить другие, постройте лазерь-дровосек. Я понял. А реки, я в демо-версию играл, тут реки были подземные. Надо было на реке подземной строить. Что, теперь не надо на реке подземной строить? То есть я могу где угодно строить? Да, так теперь. Давайте где-то вот здесь хозяйство будем строить, я не знаю. Давайте где-нибудь вот здесь. Здесь все свободно, как бы можно строить, ребят. То есть можно где угодно, что угодно строить. Вот здесь вот такой у нас... Чё это? А, это плодородность, кстати, у нас показывается. Подождите. Это у нас плодородность показывается или что? Ой, сколько маленьких-маленьких, да, можно построить? А можно как-то побольше этих? А чё, как-то много маленьких? Не, подождите. Тогда ладно, подождите. Давайте тогда... А что это? Чё-то обошли, что это? Граница хозяйства. А что это такое? Что это? А чё это я здесь строю? А, я колодец здесь строю, точно. Я забыл. Я уже забыл, что я здесь строю. Что-то само... А, я нажимаю здесь, что ли? А, плодородие, я здесь нажимаю. Я не понимаю, почему у меня подсветка, думаю, сработала. Без границ. Пускай будет так. А что-то как домов много мелких. Ну ладно, пускай строят. Хорошо. Пускай идут строят. Им нужны дома. Игрушка, как я сказал, больше... Ну, я не знаю, она не градостроительная, ребят. Она такая, типа, ну, такая. Для расслабончика больше. Товары не защищены. Кладовая для продуктов. Амбар. Хранящиеся здесь продукты могут пострадать от непогоды, поэтому их нужно переместить в амбар. Ага, в амбар их нужно переместить. Амбар. Тихо, стой, ставим на паузу. Пауза на пробел, это хорошо. Амбар. Работники собирают, складывают и распространяют товары посредством склад для продуктов. Так, раз у нас здесь такое дело, давайте вот здесь где-нибудь построим. Да. Пошлите строить. Нам бы, знаете что, нам бы надо это. Нам бы нужно охотников, но охотники вот здесь. И я не знаю, а охотники вот, ну, вообще далеко, да, ребят? Если так посмотреть, вот здесь у нас поселение. Кстати, дома надо было вот сюда строить. Вот здесь поселение, здесь охотники, как бы далековато. Так, здесь дома можно строить, здесь поля, кузницу. Украшения, что за украшения? Ну, пока убрать кусты, там что-то можно. Лагерь каменотесов. Давайте построим здесь где-то. Ну, вот здесь вот есть этот.
перекрывает среду обитания животных, что приведет к их миграции. А, можем, чтобы они мигрировали. Но они мигрировать могут далеко. Давайте попробуем вот здесь, я не знаю, давайте вот здесь, что ли, попробуем построить лесоруба. Не лесоруба, а дровосека. Дороги, я знаю. Да, вот так вот можно строить, да, вот так вот великолепно. Дороги, я как понимаю, вообще бесплатные, да? А, кстати, не почитал, на что дороги влияют, ребят. Да, надо было почитать. Давайте вот так вот все соединим, типа. Не знаю. Для чего? Тут скажет, а для чего? Не знаю, просто так. Пускай будет вот так вот соединенное. Вот так вот будет соединено по красоте. Угу. Не знаю, на что это влияет, кстати. Может, на скорость передвижения их влияет, может быть. А может, не влияет. Не знаю, пускай будет так. Игра сохранена. И вот сюда куда-нибудь, да? Вот так вот дорожку поставим. Не знаю, влияет это на скорость их передвижения или... Кстати говоря, здесь строительство само идет. Здесь никого нету. Здесь, видите, наполовину уже строительство произошло. Игрушечка, да, красивенькая такая, графончик. Компьютер, конечно, у меня слабый, ребят, не вывозит. Но играем, кстати говоря, на каких настройках? Давайте посмотрим. По-моему, высокие, да, у меня настройки. Да, у меня высокие настройки, только тень на среднем. Да, так настройки высокие. Объемные облака. Выключить нахрен эти облака. Дальность обзора. Плотность травы. А почему здесь не включено, непонятно. Но все вроде на высоком. Дальность... А что можно отключить, чтобы... С FPS немножко, я чувствую, у меня проблемы есть. Вот сейчас вот здесь вот у меня, допустим, 45 FPS. Ну, игрушка довольно-таки хорошо, кстати говоря, оптимизирована. Это прям лайк за это. Но если вот так вот смотреть издалека, вот так вот. Так вот 60 FPS. Не, 55. Да. То есть с FPS-ком получше. О, то есть, ну, игра оптимизирована. Даже на моем корыте старом, да, игра идет. А у меня корыто старое. Вот, что там? Мы тут, да, тут можно сюда, сюда сходить. Так, что я тут хотел? Подождите, у нас здесь что? Так, у нас свободные люди, подождите-ка, вот, неназначено. Незанятые семьи займутся строительными работами. В том числе будут гонять валов, перевозящих древесину. Назначение. Жители, житье, так, жилье. Сколько семей сейчас можно разместить в регионе? Чтобы увеличить это значение, расширяйте имеющиеся хозяйства или стройте новые. Одобрение, это понятно. Общественный порядок, достаток региона. Надо будет разбираться. Скот есть. Так, топливо. Еда на 7 месяцев. Топлива нет потребления. Кстати, у топлива нет потребления. А знаете почему? Потому что дома дровосека у нас нету нахрен. У нас нету дома дровосека. У нас здесь дрова. Да, и мы вот здесь вот где-нибудь построим. Я знаю, что да, кто-то скажет, здесь можно по-разному, по-красивому там построить там. По-всякому здесь же дорожки вот эти вот все. Можно красиво все строить там. Ну, как-то вот. Я не любитель, ребят, красиво строить. Вот, мы тем более живем в... режим посещения. Ранний прототип будет готов к... будьте готовы к сбою. Нажмите на эту кнопку, чтобы вы смогли пройтись по городу в режиме от третьего лица. О! То есть я могу пройтись от третьего лица. А здесь у нас будет что? Здесь у нас будет дома наш. Ой, я могу от третьего лица. Правда, с FPS у меня проблема. У меня компьютер, я уже говорил, говняный. Вот. Ну, я думаю, оптимизация еще какая-то будет, мне кажется, в игре, возможно. Хотя, мне кажется, это и так оптимизировано. Вот, можно, короче, по своему поселению просто бегать, ребят. Просто бегать, посмотреть, как все это будет. Это очень красиво будет. Хранилищка эти, как у нас, так, новые сообщения. Так, до меня дошли рассказы о ваших свершениях. Я лишь хочу защитить свои права и свое доброе имя от посягательств недоброжелателей. Надеюсь, вы не будете судить обо мне по тем слухам и сплетням, что распространяют недоброходы. Подписано и скреплено моей собственной печатью. Какой-то вильн-вильн-вольн-берин-берин. Написать ответное письмо. Написать ответное письмо. Перенести параграф сюда. У вас нет никаких прав на зельбец и хош... Не, а можно это? Риторика, согласование. Объявление. Объявить войну. А я не хочу. Что-то здесь еще не доделано, не допереведено. Какие-то технические этим...
Не хочу я с ним вести переговоры. Так, товары. Товар не защищен на складе. Не защищен на складе. Да, я сейчас построю склад. А я построю, кстати, амбар. Можете туда кого-то, да, за это, пожалуйста. Чтобы туда кто-то, туда, чтобы кто-то что-то перенес. Хранение продуктов туда перенесите, пожалуйста, на склад. Чтобы там что-то было. Так, давайте здесь быстренько стройте. Домики вот так вот они быстренько строят. Молодцы, красавцы. Респект, уважуха. Так бы в жизни строили. Семья требует больше места под свой ларек, амбар. Строительство завершено. Тихо, что? К одному из поселенцев присоединился кто? Родные. Ни хрена себе, это хорошо. Люди, у которых нет дома, поселяются на свободном участке. Если уровень одобрения достаточно высок, а у нас высок, 49, это может привлечь к вам новых поселенцев. Но чтобы семьи были довольны, им нужно не только место для жилья. Щелкните по дому, чтобы ознакомиться со списком требований. Так, щелкаем. У них есть удобство. Так, требования, удобство. Доступ к воде есть, уровень духовности. У них нет уровня духовности. Хотя бы деревянная церковь. Охренеть. Предложение на рынке. Запас топлива на рынке нету, хлеба, еды нету. Чтобы два вида еды на рынке, видимо, да, было. Запас одежды тоже нужен. Вооружения у них нету. Понятно. Сведения. Общие сведения. У них в хранилище в доме ничего нету. Люди, кто здесь живет. Понятно. Им можно возвести постройки. Постройки открывают перед жителями дополнительные производственные возможности. То есть, по сути, огородом они могут заниматься. Что они могут делать? Огород, овощи выращивать, курятник могут построить. 25, кстати говоря, монет, да, у них... Игра сохранена, спасибо. 25 монет они могут... Да, это что у нас? Достаток региона. Так, загон для скота. Шкуры, здесь яйца, да? Портняжная мастерская. Мастерская доспехов. Ни хрена себе, они прям могут дома пивоварней заниматься, да? Давайте огород, я думаю, построим, ребят. Да, построили огород. Для огорода, да, вот 100 монет было у меня, осталось 85. Вот, теперь здесь будут заниматься хозяйством люди. Так, вол у нас один, припасы что у нас, 10. Дом дровосека нужно построить, потому что когда будет зима, будет плохо. Строительство. Так, что у нас вообще есть? Дерево 5, камень 30, инструменты 20. Дров 40, древесного угля нет. По еде вообще у нас ничего нет, кстати. У нас еды на 7 месяцев, и через 7 месяцев у нас еда закончится, ребят. Да. Палатка бездомных. Сейчас, подождите, построим вам. А, сюда, чё я туплю-то? Сюда людей отправьте, пожалуйста. Хижину-то собиратели-то построили. Я не вижу ни хрена. Пускай идут собирают. Эти сезон, рост тем более. Ягодные кусты, пускай идут кусты собирают. И, кстати говоря, кустов надо много собирать. Пускай двое идут собирают. Потому что нам надо много. Вот. Чё у нас здесь? У нас по охотникам ничего никто не строит, да? Потому что людей нету, ребят. Чё это такое? Под весом какие-то? Так, поехали. Поехали, давайте, строим, строим, строим. Тут что-то копают, морковку пускай растят. Семья требует больше места под свой ларек. Хижина собирателей. Хижина собирателей? Под свой ларек? В смысле, требует больше места. Как понять, требует больше места? Хижина ларек. Собирайте давайте, чего там требуете? Ничего не требуете, просто собирайте. Так, поехали, перемотка. Нам нужны новые рабочие руки, не занятые семьи займутся строительскими работами. Нам нужны, ребят... Слушайте, они заняты, а как мне не заняты их сделать? Не занятые семьи займутся, то есть мне нельзя им какое-то хозяйство давать, правильно? То есть если я хозяйство не даю им, кстати, можно уничтожить и перестроить. То есть я, как понимаю, я правильно, да, понимаю? Не будет этого, не будет того. Так, управление, лагерь поселенцев... Так, это фактория, пункт торговли с котом. А где мне церковь взять? Типа церковь им нужна. Это что, дом овцеводов? Овцевод. Я бы назвал по-другому, ладно, не будем ругаться. Так, телега для дров. Телега для еды, корчма. Деревянная церковь. Но здесь нужны доски. А чтобы доски, ребят, сделать... Работники обрабатывают древесину, получают доски. Пилорам. Ну, пилорам пока рано. Дождик пошел. Это хорошо или плохо, я не знаю, ребят.
Так, еды на 20 месяцев у нас. Давай, добывать еды у вас на 20 месяцев. Знаю я, какие там 20 месяцев. Вот, видите, трунк носят, хорошо. Еды у вас на 20 месяцев. Так, тормознем, подождите. Здесь мы снимем человечка, потому что слишком много уже еды на 20 месяцев у нас там. Или что-то в этом роде. Еды на 23 месяца. Так, дровосеки, вот сюда дом дровосека. Дрова тоже нужны, ребят. Дрова тоже нужны. Так, по поводу хозяйства, ребят. Я не понимаю, как мне вот сюда вот. Нет назначений. Незанятые семьи займутся строительственными работами. Незанятые семьи. Где мне взять незанятые семьи? Ну вот типа вот эта семья, она же не занята, правильно? А, нет, они несут что-то там грузы. Показать рабочее место. А, они здесь работают. А, они все еще работают, ребят, у нас да. У нас они все работают. Все работают, все у всех есть. Все у всех есть, все работают, все красавцы. Че по идее, рост? Че поэтому? 23 месяца, топливо сейчас тоже накопим. Нормально, лагерь дровосека, дом дровосека. Лагерь дровосека, да, дома дровосека, все есть. Так, вол у нас есть, стоило, да? Заказать еще одного вола, кстати, можно за 20-ку, либо заказать новую лошадь. В вашем городе, ваш город прибудет торговец, с котом и доставит соответствующие животные. Заказ можно размещать раз в месяц. О, прикольно. То есть, ну, можно, да. А можешь побыстрее строить? Я хочу как бы это. Так, а уровень что у нас? Нет, а что не хватает? Бездомность. Сейчас исправим бездомность, сейчас исправим. Нам еще один дом, да, нужен? Нет, еще два. Они замерзнут зимой, не надо мерзнуть. Я только что прочитал, что бездомные, они там мерзнут зимой. Давайте вот с этой стороны построим тоже домики парочку. Да. Давайте парочку здесь построим. Во. Не, подождите. А, не, подождите, там так, да, я понял. Подождите, вот так вот я хотел. Не, что-то как до хрена. Можно по-разному, видите, строить. То есть можно вот так вот под углом, видите, они будут вот так домики ставить. Можно вот так. Можно по-человечески. Можно не по-человечески. О, вот так вот еще три домика, да. О, вот так вот. Постройте тут еще три домика. Вот, пускай строится. Яма для трупов. Не все люди заслуживают права быть погребены на освещенной земле. При помощи этой постройки можно быстро избавиться от убитых налетчиков. Работники становятся могильщиками. Интересно. Так, нам нужно пока стабилизировать. Нам люди нужны, у нас нехватка людей, ребят. Как бы еда есть, ресурсы первые как бы есть, но нету, ребят, людей. Нам нужны люди. Так, давайте здесь тоже сделаем какое-то хозяйство. Пускай тогда здесь курей гоняют. Петухов разводят. Здесь пускай морковку сажают. И здесь тоже пускай морковку сажают. Хотя, на самом деле, нам что-то до хрена. У нас деньги, да, мы что-то денег много потратили. Пускай так работают, подождите. Так, у поселения повысился уровень, чтобы новое очко развития. Кстати, здесь развитие есть. Чтобы обеспечить прирост населения, вам нужно выделить достаточное число участников под хозяйство и поднять уровень одобрения выше 50, чтобы обеспечить прирост населения. Достаточное число участников под хозяйство. Так, вот здесь вот сверху, да, есть маленькая деревня. Ага, чтобы средняя деревня у нас стала, нам нужно хозяйство второго уровня, два штуки. Выберите специализацию. По достижению следующего уровня поселения вы получите очко развития. Очко позволит открыть ветки развития. Ага, будет эффективно вырабатываться ресурсы. Чтобы издать указ, вам нужно повысить свой административный уровень. Сделать это возможно при помощи усадьбы. Сделать это можно с помощью возведения административных построек, таких как усадьба. Чтобы издать указ, нужно административную усадьбу.
Так, а что здесь вообще можно? Здесь такое вот древо небольшое, но маленькое. Такое, военную можно идти продукцию. Торговую, логистику. Учреждение... Учредите новых торговых путей. Ага, иностранные поставщики. Удваивает урожай, получаемых с ягодных кустов. Пасека, новая постройка пасека. Позволяет охотникам ставить силки, обеспечивает пассивное поступление мяса. Выращивание фруктов, тяжелый плуг. Давайте пока у нас лесное хозяйство, мы сюда пойдем. Лесоводство сюда. Да. Указы какие-то есть. Указы подписаны. Дикие звери у богатых источников пищи размножаются вдвое быстрее, но подъедают культуры поблизости 70% меньше урожая. А, требуется доработка. А, то есть это еще не доработано. То есть есть некие... Жители пропускают каждый пятый прием пищи, сокращая потребление еды. Производство. Здесь что-то еще ничего нет. Но игра, она как бы релизнулась, но это еще ранний доступ на самом деле. Давайте переименуем город. Как он зовется? Он зовется, знаете как? Он называется... А нельзя по-русски? Нет, нельзя. Тогда не будем. Вы. Не, знаете, как хотел? Я хотел написать... Волгинвиль. Вот так вот будет называться. Вы. Там что-то Волгинвиль. Не, подождите. Не, да блин. А чё у меня там за это? Подождите. Всё сломалось. Вот так вот будет Волгинвиль называться. Всё, поехали дальше. Что не хватает? Товары не защищены на складе. Так перенесите на склад, вы чё? Вы чё, склад, это чё, амбар? Амбар для чего? А, склад нужен. Я понял. Нужен склад, я понял. Ну, склад давайте где-нибудь вот здесь построим. Давайте где-нибудь вот здесь построим. Вообще везде можно где угодно строить. Давайте пускай здесь где-нибудь будет. Я не знаю, пускай там будет. Пускай здесь, пускай там. Так, поехали дальше. Чё стоим, ребят? Чё стоим? Работаем, работаем, работаем. Мне кажется, я что-то до хрена домов сейчас настрою. Мне кажется, зря. Ну. Здесь нет никого, здесь никто жить не будет. Люди. Здесь проживает, нет семей. Люди. Здесь одна семья, да, живет. Ну, есть, если что, у нас два хозяйства дополнительных. Если что, пускай люди приходят и живут. Я как понимаю, хозяйство, то есть, хозяйство, вот, да, здесь живут люди. Здесь вот три человека живет в одной семье. Доставка оружия. Ни одному селу не выстоять без крепкого ополчения. К счастью, только что прибыла партия оружия, и теперь вы сможете создавать под своим знаменем первую когорту воинов, которые станут людьми... которые станут людям защитой и опорой. Однако, по мере роста поселения, вам понадобится еще больше оружия, так что надо будет изготовить или привезти его из других регионов. Вопрос в том, что... На склад там нам что-то привезли, да, где-то? Нам что-то там где-то на склад на какой-то привезли. Когорту там что-то... Мне людей не хватает. Какая армия? Мне людей не хватает просто, чтобы жить. Уровень духовенства надо поднять. Серию надо закончить, ребят. А то вы не любите ее длинные серии смотреть, я знаю. Так, куда они пошли? Они куда-то пошли. Они пошли строить эту, да? Далековато, конечно, да. Лагерь охотников, конечно, далековато. Ну, лагерь охотников, я не знаю, нам нужен или нет, ребят, но... Кстати, да, они по тропинкам идут. Ну, видимо, да, они будут по тропинкам ходить. То есть приоритет, да, у них тропинки, я понял. То есть тропинки нужно строить для того, чтобы приоритет у них был по тропинкам хождения. Я понял, я понял. Видимо, так как там. Нам не хватает людей. Что нам делать, ребят? Хранение. Склад. Сюда можно одного человека нанять. Большие щиты, 20... копья. Копья и щиты принесли мне. Молодцы, красавцы. F5 можно сохраниться? Игра сохранена. На F5 сохранятся? Да ладно. Так, что у нас по этим? Еды на 32 месяца, топливо на 7 месяцев. Ладно, это хорошо. В домах никто не заселился? Нет.
Потому что здесь жить некому. Потому что здесь жить некому. Лагерь охотников построили, ребят. Но... А ты кто? Ты куда? Откуда идешь? А ты кто? Ты кто такой? Ты просто путник? Просто какой-то путник? Это не наш путник? Это, может, какой-то торгаш? Непонятно. Непонятно, может быть. Я не знаю, я не разбираюсь, ребят, в торгашах. Так. Чего не хватает? Бездомный один. Почему бездомный один? Бездомность. Предыдущий. Минус один. Так у вас же все есть. Почему новых семей не заселяете? Как заселить новые семьи? Доступ к воде, доступ к этому. Кстати, надо еще здесь колодец тоже еще один построить, ребят. Вот здесь тоже еще один колодец надо построить. Пускай будет еще один колодец. Деревянная церковь, да, дрова нужны, ребят. Ну, можно построить дрова, чтобы делалось из этих. Дрова, чтобы делались из пилорам, можно построить. Где-нибудь прямо здесь рядом же и пилорам построить. Вот, доски, чтобы... А грунтовые воды, подождите, где они? А грунтовых вод как таковых нет, что ли, у нас? Или что? Не понимаю. Не понимаю, ребят. Да, пилорам можно, церквушку можно построить. Склад. Заселяться пока, ребят, никто не хочет. Строительство завершено. Колодец. Пускай будет колодец у них здесь. Пилорам, куда надо повысить? Требования. Удобство. Предложение на рынке. Пилорама. Так, на что по доскам-то? 16 досок. Ну, можно сюда отправить, конечно, одного. Нет незанятых семей, чтобы гонять валов. Ага, то есть, ну, я понял, да, то, что у меня нет валов больше. И гонять валов больше никто не сможет. Так. Доски 5, а нам надо досок 20. Сейчас можно сделать 20 досок. А волт у нас один, что ли, получается? Да, он там бедный бегает и туда. Нам бы еще валов бы надо. Кладовая для материалов заполнена. Какая кладовая для материалов? Какая-то кладовая для материалов. Топливо на 9 месяцев. Так, можно, в принципе, отсюда, наверное, снять этот. Можно церковь поставить, церквушку, ребятам. Деревянная церковь. Обеспечивает поселение священной землей, где можно хоронить умерших жителей, и работники становятся могильщиками. Ну, хотели они церковь, знаете, церковь. Прямо вот здесь можно где-нибудь... Подождите. Можно вот эту вот разметку вот убрать, вот эту вот надпись, вот эту вот разметку убрать справа? Она мне мешает. Давайте вот здесь где-нибудь построим. Для строительства работ требуются незанятые семьи. Да, я в курсе. Давайте. Отправим. Отсюда снимем, туда отправим. Отсюда снимем, туда отправим. А как мне незанятые семьи-то? Где мне их взять? Не хотят они идти, незанятые семьи. Нет прирост населения, низкий уровень одобрения. А, прирост нет, потому что нету этого. Одобрение-то как мне получить? Алло. Вот требование вам, хотя бы деревянная церковь. Я построил вам деревянную церковь. Запас топлива на рынке. Запас топлива на рынке. А что вам надо? Подождите, а что, у вас у всех разные потребности или что? На рынке, то есть рынок они хотят, рынок, что ли, хотите, чтобы я вам построил, или что, я вас не понимаю. Что вам надо? Рынок.
Служит местом, где назначенные семьи могут расставить ларьки для распространения продуктов среди жителей хозяйства. Что для того, чтобы удовлетворить требования жителей и не дать опуститься уровню добрей, нужно соблюдать баланс спроса и предложения. Заболевшие люди могут перестать работать. Доступ к травам может ускорить их выздоровление, но в то время как сбалансированный рацион повышает сопротивляемость болезни. Чё? Чё-то как все сложно, ребята. Так, сейчас он сюда принесет эти ресурсы. Рынок может им действительно построить. А где мы рынок можем построить? Рынок надо где-то строить. Ну, где-то, да, между... Где-то надо посерединке, что ли, рынок строить. Граница хозяйства. И вот такой вот небольшой рынок. Доступно место под ларьки. Сколько там? 70 ларьков можно построить? Не, нам столько не надо. О, пускай ларьки строят. Свои. Спрос и предложение. Хорошо снабженный рынок – залог процветания вашего города. Назначенные семьи сами оборудуют ларьки при наличии свободного места. Если навести курсор на категорию, отобразятся сведения о спросе и предложении. У хозяйства, распространенных ближе всего к рынку, требования к рынку выполняются в первую очередь. Понятно. Можем я побыстрее церковь построить? И серию бы я бы хотел бы закончить. У нас здесь бедный один строитель. Строительство завершено, ларек с дровами. А, вы сами здесь строите, то есть вы сами строите, приходите ларьки строить? Ну, пускай здесь будет, как бы... Ну, пускай здесь будет у нас рынок. Не знаю. Пускай будет здесь рынок. Действительно, я не знаю, пускай будет. Так, что у вас здесь? Рынок, ларек с едой. Яйца там приносят. Так, спрос и предложение на рынок. Топливо 86%, разнообразие пищи, одежда. Присутствует место на рынке 40 ларьков можно. Хотя ларьки-то вообще рынок надо вокруг города, то есть в середине города, а вокруг города строится. Но я, видите, как я... Кстати, у нас все практически, весь лес практически вырубили. У нас 20 бревен. Че, достроили, нет? Давайте строить. Я вас сверю, циркушку хотя бы построим. Прирост, кстати, 50-51. Выбор еды на рынке плюс 2. А новые семьи будут, нет, приходить? Я бы хотел очень. Так, запас еды, запас одежды на рынке. Уровень духовности. А знаете, в чем прикол? У нас мы на фруктах сидим на одних, кстати говоря. Строительство завершено, деревянная церковь. Так, подождите, а я знаете, что видел? Кожа, аж кожи у нас нет, потому что у нас нету лучников, да? Нет примыкания к дорожной сети, ну-ка. Угу, теперь есть примыкание у тебя к дорожной сети, что он хотел? Не, примыкает, а, примыкает к дорожной сети. Да, дорожки, короче, они по дорожкам бегают, я понял. Так, все, рынок здесь есть у вас, что топливо, одежда, разнообразие, присутствует еще 40 ларьков. Ребята, а можно мне это, как бы, уровень духовности, плюс, а можно мне, да, людей, вот чтобы люди ко мне приходили? Маленький прирост населения, средний уровень одобрения. 58, слушайте, одобрение растет. Нам нужны люди, у нас людей просто нету, ребят. То есть, чтобы дальше развиваться, нам нужны люди. Кладовая материалов заполнена. Да насрать. Припасы. Уберите отсюда припасы кто-нибудь, алло. Склад. Уберите туда кто-нибудь, туда. Он может убрать, интересно? Он может туда убрать, да. Вот сюда можешь убрать, да. И все, сюда убери все просто, и все. Че у вас здесь? Уберите, ребят. Че припасы на улице лежат? Действительно, попортится. Замечен лагерь разбойников. А, мне это не нравится, какой лагерь разбойников. Что это за лагерь разбойников? И что это? Ожидает приказов. Эффективность 100%. А, то есть они могут на меня напасть, правильно? Объявить своим за счет влияния. 1000 влияний нужно. Объявить своим за счет благосклонности короля. Какие нахрен разбойники? Какие в жопу разбойники? У меня нет ничего.
Отстаньте, мы бедные люди. У меня ни людей, ничего. У меня одобрение, он потихонечку растет, кстати. Доступны новые отряды наемников. Что происходит? На нас напали? Доступны новые отряды наемников. Где? Какие? Армия. Создать. Сформировать ополчение. У нас 10 человек, да, есть, как я понимаю. Новый отряд для ополчения. Пехотинцы, пикинеры, копейщики, лучники. Завербовать наемников. А кто? Так, наемники. Завербовать наемников. Наемники прибудут через Звенчу, прибудут через Себцинджунд, прибудут через Носенхонтенд. Такие вот, да. Наемники нам не нужны. Хотя их можно завербовать, да, действительно. Так что, там эти на нас идут, нет? Или что, лагерь разбойников? Что они там делают? Что там делаете? Эффективность 99%. Что, смотри, что-то делают, что-то. Вот козлы. Но это не моя земля, мне все-таки насрать. Ожидают приказов. А я надеюсь, увижу, когда они пойдут в атаку-то. А тут я строю тут сейчас. Может, я зря строю, может, меня сейчас убьют нафиг. Кто-то там болтает. Так, у нас эффективность 53, опять упала, кстати. Чё, прирост не идет? Совокупное население, 15 человек. Ну, хорошо, совокупное. А где новые люди? Надо как-то одобрение, да, качать. Здесь нет семей. У меня два дома готовых уже по проекту специальному. Доступное жилье для новых семей. Построил два дома. Думал, сейчас придут. К одному из поселений присоединились родные. О, присоединился все-таки тут. Хозяйство первого уровня. Наконец-то к нам присоединились люди. И они вот здесь живут, да? Нет. Они вот здесь живут? Да, они вот здесь теперь живут, да. Доступное жилье сработало, ребят. Так, одежда на рынке. Это хорошо. Нам бы, знаете, что надо, ребят? Кто-то спросит, а что нам надо? Я скажу, а вот нам надо. Так, вот это убираем. Это склады мы почистили. Амбар это хорошо. Пилорама это замечательно. А что нам действительно надо? Нам люди нужны. Да, как я уже говорил. Так, духовенность. Так, знаете, что надо? Нам нужна, наверное, одежда, ребят. А чтобы одежду, нам нужно... Лагерь у нас есть. Хижина собирателей. Пчеловоды, вся фигня. Что тут вообще есть? Ферму можно, да? Им нужна одежда, да? Они там все хотят, типа, одежду, да? Запасы одежды. Ну, типа, одежду они хотят, на самом деле. Ткацкая мастерская. Из шерсти работники изготавливают пряжу, а из льна льняную ткань. Так, подождите. Работники выделывают шкуру, получая из них кожу. Так, кожу. Но это охотников, сыромятня, потом кожа. А одежду как? Одежду как делать? Одежда! Мне нужна твоя одежда. Здесь живете вы и ваша дружина. Усадьба приносит 250 очков влияния и поднимает административный уровень на 1. После постройки первой усадьбы к вам безвозмездно присоединится начальная дружина. Требуется уровень маленькая деревня. А как мне уровень маленькой деревни прокачать? А, у меня есть уровень поселения, у меня же маленькая деревня. Кстати, уровень хозяйства мы можем поднять? Требования не выполнены. Станут доступны новые пристройки, в том числе мастерские, требования жителей вырастут. Хозяйство второго уровня каждый месяц генерирует одну голду, короче, достаток региона на семью. А, мне надо требования, да, их выполнить. Подождите, а где одежду делать? Я вот этого что-то туплю, я не понимаю, где, я не вижу, я слепой. У меня проблемы. У меня проблемы с головой, я не вижу. А где одежда-то? Вот вижу, кожу можно делать, сыромятню кожу, хорошо, а где одежда-то? Подождите, только не говорит, что... Где-то вот здесь надо было делать одежду. Доспешного дела нет.
А вот это недоступно. В данном, в раннем доступе эта функция заблокирована. Требуется доработка. То есть там все это будет обновляться. Еще будет... Блин. А где мне это? Одежду-то? Я где-то видел, кстати, одежду-то. Так, мясо, это хорошо. Здесь руда, здесь склады. Здесь что? Требования телега. Телега для дров, для еды. Корчма, кладбище. Домовцы этого, мельница. Печка для обжига, сарай кузнеца, горн. Ткацкая мастерская. Из шерсти. А зачем нам тогда шкура, кожа, подождите? Так нам ткацкую мастерскую надо, получается, правильно я понимаю? Игра сохраняется, хорошо. Пряжу из льна льняную ткань. А из шкуры получают кожу. Ткацкая. Ну, ткацкая. Это сыромятная. Это ткань они как получают. А где? Я не вижу. Я слепой. Забить обжига. Я что-то не понимаю, наверное, да? Кстати, можно факторию построить. Валюта для сделок служит достатка региона. Они же не выходят на ближайшую торговую точку, а остальные родственники занимаются складами. Принимаю, зачем? Позволяет вести торговлю с вольными купцами, торговыми пунктами и факториями в других заселенных... А, заселенных регионах. А у меня же тут регионы не заселенные. Я не понимаю, как одежду сделать. Я тупой. Пасека. Я, ребят, тупой. Я тупой, я не понимаю. Я вижу, да, кожу как обработать, а как одежду-то делать? Может, надо сначала отправить человека охотиться? Он добудет шкуры, к примеру. Мы отправляем его охотиться. Вот, он идет туда охотиться. И после этого у нас, может быть, открывается, после охоты, открывается, к примеру, какое-нибудь делание одежды. Потому что я не вижу нигде делания одежды. Это потому что нам нужна будет потом сыромятня. Да, давайте где-нибудь сыромятню вот здесь построим. Или вот здесь. Вообще где угодно можно строить, ребят. Где угодно. Здесь такая игра, что давайте прямо около кладбища построим сыромятню. К одному из поселенцев присягнули эти, как его, родные. Вот, построим здесь. А буйвол у нас не умрет, интересно? А что, у меня все, да, все дома заняты, да, получается? Нам еще нужно будет дома. Да, у нас все дома заняты, ребят. И, кстати... Да, сыромятня у нас построена. Давайте сыромятню. И они должны будут сейчас добывать шкуру. Часть припасов украли разбойники. Чего? Чего? А где они? А как они украли? Они же здесь. 4 морковки украли, прикиньте. Козлы! 4 морковки украли. Как они посмели? Как они посмели украсть 4 морковки? Так, он понес что? Кожевник несет груз в кожу. Понял. Понял, понял. Кстати, вот это вот, видите, вот сверху, да, вот это вот появляется. Как по мне, было бы удобнее, чтобы где-нибудь справа, снизу было вот это вот, а не здесь, вот прям посередине. Не, как по мне, неудобно. Так, давайте, кожевники. Так, ну у нас есть кожа, допустим. Хорошо, ну и... Строительство завершено, ларек с одеждой. В смысле ларек с одеждой? А чего там будете продавать? Какой ларек с одеждой? Ларек с едой, ларек с дровами. Ларек с одеждой. Это ларек с одеждой? Вы же кожу продаете, а не одежду. О, и что, потребности подгасились? Достаточное количество любых из нижеперечисленных материалов на рынке. Льняная ткань, кожа. А, я тупой. Надо было прочитать.
одежду-то не надо, просто так это не одежда, это какие-то ткани. Причем здесь одежда? Ну да, из кожи делается это, но это не то. Это не то. То есть я думал кожу, ну прям я думал прям одежду надо делать эту. А типа не надо делать, просто на рынок это все. И типа они сами шьют одежду, что ли? Как-то это немножко бредово, вам не кажется, ребят? Запас одежды там есть, все. Можно проапгрейдить дом, получается, до второго хозяйства. Но при этом требования вырастут. То есть надо будет соблюдать требования. То есть здесь предупреждают прям. Потому что да, они будут приносить голду нам, но требования у них вырастут. Им надо будет больше всяких этих... всяких плюшек разных. Кстати, лес-то у нас прям повырубали хорошенько тут. Вот, прям плюшек надо будет больше. У нас одобрение 70%. Вот такие дела. Ладно, все, давайте на этом, я думаю, закончим. Увидимся с вами уже в следующей серии. Обязательно еще поиграем. Можно я сохраню как... Нет, а можно я не сохраню так, а как сохраню как... Вот так вот. Можно? Я люблю просто так сохранять. Вот там сохраненное, да. Все, увидимся с тобой в следующей серии. Продолжим развивать свое хозяйство. Понимать игру. Сейчас отображается избыточное количество товаров. Избыточные товары, но это то, что нам не надо, да, как я понимаю? То есть избыточное количество, правильно? Подождите, что такое избыточный товар? Это товар, запас меньше, резервный товар. Ваши рекруты не хватает снаряжения. Я пока на ноль, ну, потому что эти ресурсы теперь зарезервированы для строительства работ. Останется 0. Понятно. То есть это избыточное, то, что нам как бы избыточное. Я понял, что такое избыточное. Спасибо. То, что не используется вообще. Вот такая вот игрушечка. Да, игра еще будет дополняться. Много чего нет. Допустим, здесь вот, да, то есть в навыках чего нету, того нету. Вот, немножко поиграем, попробуем. Я бы, наверное, в следующей серии, наверное, знаете, что построим? Построим, наверное, себе усадьбу все-таки, ребят. Вот, построим себе усадьбу, недостаточно товаров. Мы построим себе вот такую усадьбочку где-нибудь, я не знаю. Где-нибудь построим, короче, себе усадьбу. Вот, и будем наслаждаться дальше. Ополченцы придут, дадим разбойникам 3 недели и так далее. Всем до встречи в следующей серии, всем пока.